Морской вокзал в Сочи расположен в самом сердце города, и обойти его стороной невозможно, так как удержаться от соблазна окунуться в его атмосферу хочется каждому. По желанию можно купить любую морскую экскурсию, а также круиз с отправлением из морвокзала Сочи. Можно арендовать яхту. С причала вы можете отправиться в открытое море на теплоходах, яхтах или катерах. Территория порта очень чистая, несмотря на большое количество людей. На каждом шагу предлагают морскую прогулку. Вы можете выбрать любой катер или любую яхту, какой вам понравится. Место очень популярное, но оно того стоит. Красивое здание морвокзала. Здесь же уютно кафе с видом на марину. Яхты, море, солнце, красота. Вкусный кофе смешивается с морским воздухом, что может быть еще романтичней. Интересный и красивый порт давно уже не торговый, а стоянка для частных яхт со своим колоритом и атмосферой. Есть хорошие места, чтобы сделать красивые фотографии. Само здание – уникальный памятник архитектуры, полностью отреставрированный и очень красивый. Посетить имеет смысл только для того, чтобы полюбоваться этим шедевром сталинского ампира. В самом здании вокзала на втором этаже расположен ресторан, а на первом располагаются брендовые бутики. Добраться до морского порта можно быстро. От ЖД вокзала Сочи прямо по улице Навагинская пешочком минут 15 неторопливым шагом. Морской порт стал местом притяжения опытных и начинающих рыбаков. До Олимпиады 2014 года именно здание морского вокзала было символом города. И именно его изображение чаще всего можно было увидеть на сувенирах для туристов. Это открытки, магниты, кружки. Морской вокзал Сочи – это одно из красивейших мест этого города. Это то место, где обязательно следует побывать, если вы оказались в городе Сочи. Обязательно посетите вечернее время, а также встретьте закат в открытом море.